Всем добрый день. Сегодня 25 марта. Посмотрите на улице, какая хорошая, замечательная погода. С утра было немножко пасмурно, но время обед и все красиво на улице. Сегодня мы ездили в питомник обезьян. Будьте в Сочи, обязательно посетите этот питомник. Очень интересно. Экскурсовод очень хорошо рассказывает. Вот нам, в общем, понравилось. Мы нынче не брали ни одной экскурсии. Мы все места достопримечательности посещали сами. Если вы впервые на нашем канале, подписывайтесь на наш канал. Сейчас будет выходить видео с нашего отдыха. Город Сочи. Будем показывать, куда мы ходили, где мы были. Ну и говорить, естественно, какая цена, потому что впереди у нас лето, многие планируют отдых сюда, интересно и по ценам, ну и какие достопримечательности можно посетить. Поэтому ждем вас на нашем канале. Всем спасибо!